Ну что же, всем привет, дорогие друзья. Перед началом данного видеоролика хотел бы вам сказать то, что мы разыграем данное АВП, когда на моем канале наберется 1750 подписчиков. Обязательно подпишись, поставь лайк, перейди в телегу, там будет больше информации. А так, приятного просмотра. Ну что же, всем привет, дорогие друзья. Вы, как всегда, на канале Лупоп. Сегодня мы вместе с вами плавно перемещаемся на сайте Kiss Battle. Пополнил данный сайт на 1000 рублей. Завязал промокод Smile 27. 270 рублей капнул нам еще сверху на баланс. Окей. У меня есть одна небольшая идейка. Как вам, так сказать, выиграть немножечко скинов. Я хочу собрать свой инвентарь, свой сет. Какой-то пиздатый, наверное. Ну, не знаю, получится ли у меня. В общем, я сам собрать хочу свой сет скинов. А потом с продвижением канала потихоньку-потихоньку его разыгрывать. Не знаю, что получится, я думаю, будет неплохо. Сделаем, например, белый сет. А белый сет, как ты знаешь, он пиздец дорогой. Так, прям пиздец. Например, на основные оружия сделаем белый сет, а на побочный какой-нибудь красный, фу. Да, я считаю, будет неплохо. В основе должна, конечно, лежать ямка поток информации. И, конечно же, калаш Азимов. А я думаю, ты по-любому захочешь или поток информации себе уцепить в карман, либо Азимов. Да, кстати, дропается все из КБ неплохо. Так что, если КБ будет давать что-то хорошее в виде белых скинов там, да, например, сегодня, я думаю, я буду забирать. Буду забирать и в дальнейшем разыгрывать среди вас. Обязательно напиши комментарий, что ты думаешь по этому поводу. Я думаю, такая темка будет неплохая для вас, для меня. Он начал подъебывать, ебать, ты погляди. Ну да. 25 рублей с кейса за 59, отлично. А, в принципе, у меня сегодня расчет на пиздец громадные суммы нету, так что... Ничего страшного. Калаш, хорошо. Я думаю, сегодня хотя бы рубля 3-то можно мне будет поставить? Ну, смотри, как хорошо нахуй начал дропать. Ой-ой-ой. Три окупа подряд. Что это с тобой, КБ? Вот Азиму хотелось бы сегодня как минимум забрать. Или, может быть, Юг? Юсп? Юг, говорю. Поток информации. Или Дигл. Надо смотреть, что если вообще сможет поставить и какой ценник он сегодня видит. Да. Мастер фристайла. Фристайло. Окей. Давай уже последний дооткрываем. Элитное снаряжение. Окей, 100, тоже 100 рублей, не, тоже неплохо. 1500 рублей, кстати, неплохо. Давай контракты поделаем немножечко. Первый слив, 6 рублей. Ладно, ничего страшного. Может быть, второй. Понятно, минус сотка. Ладно, давай... Доделаем до иглов, не знаю, наверное, 226, 98. Как хорошо контракты бреют, ты посмотри просто. Вообще песня. 157. Вау, 230 рублей отдал. Давай вот так, 312. 220, ну похуй, вон. Доделаем на все. 370, тоже минус сейчас. А нет, 400, бля, пиздец, плюс 30, минус 200. 607, это, смотри, это минусовой. Бам. А, нет. Плюс 300. 900 рублей. Окей. 365. 384. Ладно. Ну, что, давай такой 332. Минусовой, да? Ну, да. Ладно, ничего страшного. Полторашка все равно. Полтора рубля. Ну, давай, здесь карась. Окей, 102 по 129. Хотелось бы сегодня хотя бы трешечку. Родной. Кстати, даже можно будет за место клаша Азимова поставить выстрел в голову. Он такой оляпистый, но в основе нахуй лежит белый цвет. Ой, мочку, ночной кошмар, да ладно. Издалку. Ой, неглубокая могила, тоже хорошо. Давай-ка еще разок. Тоже еще разок купи, по ПВП там можно поставить. Нет, ну вот. Юспик можно было бы, и я бы его сразу же забрал себе в карман.
который потом среди вас разыграл бы. Ладно, 3700, ладно, неплохо будет реально. Если хотя бы юспик сегодня заберем мы. Попал потом, хорошо. Тоже x2 почти. О, нержавеечка, ты смотри на, как дает. Что это с тобой, КБ сегодня? Ну да, поп-шпучка. Да. Может быть еще разок, плюсок один, хотя бы. Хорошо, попал. Один сливает, один окупает. Да. Если в таком темпе будем двигаться, будет хорошо. За трех древесных гадюк, нихуя себе. 600 рублей? Да ладно. Я не верю, что отсюда такое падает. А, ну все, понятно, 2 минуса. А, ничего страшного. 1700, ебать вообще-то, да? 400 минус, смотри, какой хороший. Оп, 120 минус. Как ты смотри. 384, еще один минус. Ай-яй-яй. Бля, ну это сайт просто уже настолько, блядь. Да. Что порой даже говорить не хочется. Минус, смотри. А, нет, x2, нихуя себе. Да ладно. Вот это реально неожиданно. Вот это тоже минус. А, нет. Все, забираю свои слова обратно, что это самый очевидный сайт. Окей. Что-то ты можешь поставить сегодня, КБ. Очевидно. Ладно, давай будем двигаться дальше по кейсу карась. Вроде дает. Не берет, просто дает. Статрек красную линию, я думаю, мы вообще сразу же. И жизнь удалась. Мы добавляли статреков, блять. Конечно, они еще бы они падали нахуй отсюда. Я тебе говорю, это беспредел какой-то. Ну, калечку хотя бы родной. Нет. Калечка 545 рублей. А, неглубокие могилы по 229 мне тоже, блядь, больно хорошо. Когда хотя бы кейс окупает, слава богу. Ну, вот это вообще... Ой-ой-ой, зачем опасно? Извиняюсь, случайно. Ёб твою мать. Если мы сегодня ничего не заберем, в принципе, ты можешь написать, какой сет ты хотел бы видеть у меня в инвентаре. Я буду... Может быть, у тебя реально получится годная какая-то идея. И мы будем стремиться к твоему сету. Я даже тебя вот здесь, вот посреди экрана запечатлю, скажу. Этот парень придумал нам годный сет скинов, чтобы мы вам в дальнейшем разыграли вам их. Все в таком духе. А, ну все. Набревалово ебучая какая-то пошла. По-моему, уже 5 минусов нахуй было. А, ну, блядь. А, давай уже добьем. Сейчас тоже минус, сейчас тоже минус. Еще один. Ну и последний тоже. Давай. Пиздец. Ну ладно, немного съел. Я могу вам контракт сейчас купиться. Ой-ой-ой, ты смотри. Сэм, блядь, ставит. Сейчас сольет. Ну да, 200 рублей слил. Ладно, да, в принципе, ничего страшного. Для КБ это не деньги, нахуй, по-моему. Сувенирный охерончик подлетает. Это сейчас еще один минус. А, нет, плюс, два раза подряд, да ладно. Но третьего не будет, я думаю. А, и третий дает. Ты погляди, что дает, нахуй? О, минус 300. Отличненько. Сейчас еще один минус, смотри. Ну, типа в ноль, да? Ну да, очевидно. 2200, да ладно. А если вот так, 715. Ой, еще 1700, ты смотри. Я ебал, вообще звук, реально. Сколько это, 3? 4000 почти, да ладно. Даем. Ладно, смотрим дальше. Карась, давай даже фастом, чтобы не затягивать ни твое, ни мое время. Так, 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 так. Городской щепец 45 рублей, это вообще, конечно, бомба.
Пока хорошо идем вроде даже. Ой, как хорошо. Да. Ну да, допизделся. Два фобуса подряд. Вау. Королевский легион, который вообще ни разу не падал мне до этого момента. Что-то прям по минусам, как будто бы пошел КБ искать нас. Причем по таким хорошим. Понятно. 3600. Ну ладно. 300 рублей всего съел. Немного. Но уже неприятно. Блять. Родной, давай мне юспик, поток информации. Ну да. Пожалуйста. И я буду в шоколаде, в ажуре. Ебать, а можно плюсовой контракт? Не хочу видеть все минусовые. Ну вот 374 рубля. Вау, первый. Первый плюсовой, последний, наверное, смотрим. Ну нет, второй тоже плюсовой, ладно. Базар свой забираю. Ну да. Все, что дал, все сразу съел. Опа, императрица. Ладно, это мы оставим нахуй. Нержавеечку, как подлетает, ты смотри. Блять, 639 плюс 50 рублей контракт, охуеть. Асарик, смотри, минусовой. Отлично. Отлично. 1100. Блять, 720. А плюс можно, пожалуйста? Там, хотя бы 500 рублей. Да. Давай в апгрейды зайдем. А, попробуем все-таки затратить этот юсп. Не знаю, получится, не получится что-нибудь. А вот, Дигл, 30% шанс. А давай. А давай, не давай, блядь. Ладно. Давай императрицу продадим. Окей, зайдем на баню. Вот так, бам, ничего. Бам, ничего. Бам, ничего. Бля, без космос базара нет. Ну да. Ну да. Но тут, конечно, будут в основе лежать такие дешевенькие скинчики, как я понимаю. О, бля, 555, 825, ладно. Ладно, еще что-то ставит. 996, 480, x2 минус, нахуй, инста просто. 720, еще один минус. На, нахуй, два раза минус 500. Отлично, вот такой. Косарь, это минус. 1050, я ебу. А писи сбоку реально. Просто инста слил меня. 4к только что давал вообще-то. Минус. Минус. Еще давай минус. Бля, 80 рублей плюсом. Вау. Вау. Реально вау. 1200 рублей поднял нам. Вау, плюс. 1400, давай, пожалуйста. Хорошим, конечно. Ну да, инста просто сливает. Ладно, давай не будем затягивать тоже ролик нахуй на долгие годы. Вот так вот ставим 3000, поток информации 30%. Что ж, обязательно поставь лайк, подпишись на канал. Ну да. Помойка ебаная, а не сайт в последнее время. Ладно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Обязательно подпишись на канал, поставь лайк. А так, всем удачи, всем пока. Пока-пока. Пока.